это каноническая форма информации. Я рассматриваю уже сакральную геометрию, да, вот понятие вечности в сакральной геометрии. Следующая книга — Архангел Метатрон. Также 17-й год издания. А в ней я рассматриваю вообще, ну, сама идея книги, даже, ну, книга — это как уже продукт, результат моей исследовательской деятельности. Я захотел в приборе, который распределяет световые потоки равномерно, расставить кристаллы в виде куба Метатрон. Вот. И мой научный руководитель спросил меня, что такое Метатрон, кто он, дай полное описание. В этой книге мы рассмотрим, что означает Метатрон и кто он. То есть, начиная с первых упоминаний в источниках, религиозные источники, эзотерические, магические, и где это применялось, использовалось, кто этот человек. То есть, здесь я подробно описываю описание. Это больше как энциклопедическая справка. То есть ранее Метатрон — это был праведный человек, который за свои заслуги, он также упоминается многократно в Ветхом Завете. Вот изображение, множество его имен. То есть этот человек возносится в статус архангела. То есть это человек, который не умирал, вечно живущий человек. Вот. Он является архангелом, самым высшим архангелом. И его имя в сакральной геометрии, вот из цветка жизни, здесь подробно видно, как куб Метатрона, оно как бы проецируется в цветке жизни. Это модель распределения информации, многомерность реальности. Здесь очень такой многозначительный смысл в этом. Гиперкуб, как он формировался, то есть вся реальность возникает и создается из точки. Это говорит о том, что через любую точку можно создавать, управлять, регулировать и влиять на реальность. Как это соотносится с человеком? Символы, символика, печать Метатрона. Есть отдельная книга, буквально это вырезка этой главы, называется «Печать Метатрона». Вот. И полная историческая справка об архангеле Метатроне и его сакральной геометрии. То есть фактически это вечно живущий человек, который описал всю реальность и человека в ней, всю божественную суть, которую можно найти в разных, в любых других источниках. Он ее описал, и он является ее и содержателем, и описателем, и носителем, и воплотителем, можно и так сказать. То есть он воплощает в себе, в своем образе, вечность жизни.